Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. В студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Соглашение, по которому официально открывается финансирование строительства путепровода в Чистые пруды, подписали Росавтодор и Кировская область. Работа на объекте, где сейчас идет подготовка к первой стадии надвижки металлического пролетного строения, должны войти в более интенсивную фазу, пишут бизнес-новости в Кирове. В ближайшее время строители должны завершить перекладку инженерных сетей и приступить к сносу расселенных жилых домов. На продолжение работ на объекте в этом году из федерального бюджета выделено 684 миллиона рублей. Кроме того, в рамках Дней Кировской области в Совете Федерации предложено выделить дополнительно выделить из федерального бюджета еще более 300 миллионов рублей на финансирование объекта в 2017 году. Дайджест недвижимости. Между тем, в регионе снижаются объемы жилищного строительства. Свежие данные по введенным в эксплуатацию жилым домам за январь-февраль этого года опубликовал Кировстат. По подсчетам ведомства, за два месяца зимы введено в эксплуатацию 22 248 квадратных метров жилья. Это на 43% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 16 тысяч квадратных метров ввели в эксплуатацию в феврале. Это меньше показателя февраля прошлого года на 9,5%. Число квадратных метров возводимого индивидуального жилья снизилось еще значительнее. За январь-февраль в регионе было построено менее 10 тысяч квадратных метров. Снижение в сравнении с началом прошлого года составило 61%. Дайджест недвижимости. Госдуме предлагают снять ответственность за долги объединений жильцов с председателей организаций. Законопроект, который освобождает от материальной ответственности председателей товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов и товариществ собственников недвижимости, внес в парламент депутат Олег Шейн. В пояснительной записке к документу говорится, политика в области платежей в России действует таким образом, что все долги собственников помещений в многоквартирных домах автоматически переносятся на созданные ими товарищества. Тем самым на руководителя товарищества также возлагается материальная ответственность. Между тем, председатели ТСЖ и ЖСК являются не распорядителями средств таких организаций, а исполнителями решений общих собраний собственников. Если собрание принимает решение, влекущее за собой возникновение кредиторской задолженности, председатель все равно обязан выполнять их. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.